начале июня на Ворошиловском высадили очень много деревьев. Посмотрите, какие. Эти деревья, насколько я понимаю, называются платаны. Они достаточно высокие. То есть высаживали крупномеры, не экономили. Но почему у них обрезаны ветки и почему на этих ветках нет листьев? Причем некоторые листья, как я вижу, уже сухие. Вот еще группа деревьев на Ворошиловском. Посмотрите, их тут даже поливают. Их очень хорошо поливают, потому что деревья уже практически без листиков. И надо, чтобы они хоть как-то пережили этот год. Друзья, кто разбирается, как сажают деревья, объясните, пожалуйста, можно ли такое сажать, там, скажем, 1 июня, там, в конце мая, в начале июня это все было высажено. И что с этими деревьями потом будет?